Гражданская экс-супруга солиста Иванушек Олега Яковлева опубликовала на странице певца в социальной сети одно из его последних фото с телефона. Скоропостижная гибель Олега Яковлева повергла в шок всех его поклонников и коллег по музыкальному цеху. Александр Куцевос, который артист был вместе последние годы, опубликовал на странице певца в Instagram один из последних снимков, сделанный на его телефон. На фото ничто не говорит о том, что у Яковлева какие-либо проблемы со здоровьем. Музыкант с пучком зелени в руках даже подмигнул фотографу. Супруга артиста отметила, что это букет из приправ. Напомним, что Олега Яковлева не стало утром 29 июня. За несколько дней до смерти музыканта диагностировали двустороннюю пневмонию. Врачи подключили певца к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Ранее «Рыжий» из «Иванушки Интернешнл» показал, как жил Олег Яковлев.